Чё, ребят, зима кончилась, что ли? Пришла весна. Фу. Наконец-то вырвался в лес. Это лень было зимой сугробы топтать. Сегодняшка. Дуванчики. На медуницу холодно было. Не ходил. Ландыши еще не расцвели. Копытень для алкашей и курильщиков помогает на время. Да. Ладно, идем дальше. О, черемуха еще в лесу цветет. В городе уже все отцвело. Оп. О, какая веточка чумовая. Даже наклоняться приходится. Лепота, лепота. Что это у нас? Черемуха. Что это я выгнал-то? Хз. Вот духи с собой взял в лес. Без духов я в лес не хожу. А то это комары уважать не будут. Так, трясем. Ножки обрабатываем, кроссовки. Там еще жопу, куртку, кепку, спину, рюкзак, 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 рюкзак. Смотрите, перетягивайте эту крышку или пшикалку. Она это фигово сидит. И у меня один раз так целый баллон вытек. Нужно подтягивать. Пластмасса фиговая, а рассыхается, наверное. Как бы так. Ладно, надушились. Все. Идем дальше. По шашлык, и надо это еще. Яблони. Яблони навестить. Цвет есть или нет. В прошлом году была засуха. Так как никто их не поливает, то навряд ли там плодовые почки были. В прошлом году вроде яблок не было, в этом должны, значит, быть. Или я просто не ходил, на даче зависал, что-то я не помню, были, не были. Ладно, сейчас посмотрим. Шумел камыш. Так, что тут барахлит, что-то мобильник, надо его чем-то лечить. Антивирус давно не заходил. Вот подорожник. Надо пожевать от давления, от повышенного. Вот у нас ежевика растет лесная. Я лакомился уже. Так, до основных яблонь не дошел. До других дошел. Вот еще. Вот еще. Ежевика. Кто-то говорит, заваривать надо подорожник. Делать мне больше нечего. Надо это.
жевать витамины. Зайчью капусту надо пожевать. И это. И листья земляники. Ну, а там яблоня цветет. Цветет. Ну, это дичка. Цветет. Мороз не побил. Лепота. Лепота. Красота. Красота. Цвет есть. Вот она, зайчья капуста цветет. Иди-ди. Кушать надо, кушать витамины надо. Зайцев не видно, едят тоже не слышно. Бурелом начался. Елка, елка, шишки, шишки. Ой. Шишки. В детстве любил собирать эти шишки. Прикольные они. Там еще семечки есть. Дательные, как белки грызут. О. Махина какая. Идем, идем. Никак не дойдем. А это еще больше. Говорят, это весной надо клещей. Боятся, конечно, еще зелени нет. А потом они нас попадут. Как будто. Но это не значит, что их на эту в лесу. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Блин, еще надо помидор посадить. И яблоню. А сначала водичкой разжиться. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. О, как прикольно цветет-то. Зайчья трава. Вон все усеян. Может засушить и продать на Авито. Какой-то за границу. Шучу. Деликатес, витамин. Еще это ландыши. Ландыши ядовитые. Но пахнут. Вкусно. Буреломчик. Ладно. Рука устала камеру держать. О, как прикольно-то. Свет падает. Вон удилище. Никому не надо. Сколько-то? 5 метров, что ли? Или 4? Там оно. В деревне раньше рыбу ловили. На такие. Да и сейчас небось ловит. Хотя пластмасс дофига копеечный. Что, орешник не цветет еще? Орехи в этом году будут? Потому что в прошлом децил. Вообще не был. Нейрон еще.
У меня это, вон молодой лист, тоже лечебный. Варикоз что ли лечит. А, пожуем. Фу, горькая листва. Да. Фу, только чай заваривать. А. Ладно, идем на полянку. О, какая гора. Вот это елочка. Это вымахало. Зато это простор. Вон сосна еще. О, папоротник. Молодой. Да. Сейчас, может, еще новый бурелом найдем. Ветер-то был. Найду, сниму. Сейчас грибов нет, бестолково по лесу шататься. Дела надо поделать. Деля. Вот она, волчья ягода. Цветет. А, ну вот, как и говорил. И вот тебе и бурелом новый. Далеко не пришлось ходить. Ой, дай пройти. Урошник. Сейчас посмотрим. Лишь бы акумба не сел раньше времени. Как я сослых буду снимать? Готовку фиговку. На, и не забываем лайки ставить. Дядя Вася просто так же по лесу шатается. Клещей тут собирает. Комаров кормит. И свежим воздухом дышит. Да. Так. Вот оно какое на все лето. Папоротник. Еблысь. Тудысь. Еблысь, блядь. Два этих, блядь. Замочила это. Две ели молодых. Раз, два. За собой потянул. Ну и трис. Локаторы про трис. Блять. Ветки. По морде. Так, где камера? Протерли камеру. Что лучше становится? Та-дам! Нам надо на ту сторону. Так,
ту сторону нам надо. Так, короче, будет. Как бы не навернуться-то, ёпень жопень. Ай, бля. Ой, бля. Ой. Ой. Во. Тут можно клад зарыть. Ну или монетки поискать. Нет ничего интересного. А тут траншея, небось, это кабель доставали. Вот медный. Вот и траншейка образовалась. А, это же береза упала. А еле, я думал, елка упала. Это береза у нас. Старенькая. О, какой просвет. Сразу. Сосны что-то не падают, только елки нет. Наверное, у сосны корневая система лучше. И вредители меньше жрут. Я так думаю. Вон еще березка. Четыре дерева сразу под замес. Так, я уже со счета сбился. Ну интересно, интересно. Хороший контент получается. Все. Все, все, все. Все. Блин, только камеру отключил. Тут нате. Листья. О! И что у нас? Другая шишка. Блина прикольная. Вот у нас листья, малинки. От башки. От головной боли помогает. И вкус такой приятный. Вот так можно глаза выколоть веточкой. Да, вот так заснимаешься и без глаз останешься. Да. Вон клен молодой. Тут грибы, это как их там, эти осенние, а рядок фиолетовые растут, еще белые, они какие-то ложные, фигурные, я их уберу. Не, ну нет, какой чистый, после зимы-то как красиво-то все, только камера фуфло. Ну да, так глаз радуется. Вон береза сдохла. Интересно, девки пляшут. Та-там! Все, без яблок я не останусь в этом году. На. Уж. Не распустились, вон уже грызет этот, как его, долгоносик или как, утконосик. Ну это вредитель. Я был на диване. А, цветоед яблочный. Ту-ту-ту, нос у него вытянутый. Ну, зато положай побьет, пол лучше не надо прореживать. Как-то так. Блин, ну красиво. Красота. Та-та-та. Над башкой листва. Ладно, пойдем в другие яблони смотреть. Ту-ту. Перекур. Лютики, цветочки. У меня садочки. Тут земляники-то, блин. Так, вот это у нас дуб мореный.
можно так сказать. Ну, зимовал, ночевал в лесу где-то год или два. Он, а ему хоть бы хны. Такое для ножек самое оно. О, я пасека. Ну-ка. О, вечный дуб. Матеренько, матеренько в лесу. Сейчас будем сажать. Сажать, сажать. Потом шашлык жарить. Потом еще что-то делать. Вот она, она. Купил на это на Вальберес, там подделка по ручке определяется. Какая-то оранжевая. Там и зуб не такой. И напыление вот это, которое стирается, не то. Ну, сейчас сазон закажу, посмотрим. Даже это видел. В Леруа Мильен продается. По тем же деньгам. 400. А сколько удовольствия. Не берите пилы говёные там. Вот самое лучшее это вот эта пила. Складная. Желтая ручка. Стейр, что ли. Чуть забыл название. Вот она. Земляничка. Земляничка не цветет. А, цветет. Вот помидорчик. Вот это яблочко. Яблоня. Вот цветет земляничка. Так, ладно. Коры балдеть. Вот от этого балдю. Бальжу. Так вкусно пахнет. Кто знает, пишите в комментарии. А, запах одурманивает. Какой-то фруктовый вкус непонятный. На матеорах. Матеорах. Фу, так, что делать, что делать? За что хвататься, не знаю. Ладно, надо сажать. Сажать, сажать. Палку-ковырялку. Вот такая палка-ковырялка. Из велосипедной штуки. Кончик тенечек надо, чтобы поливать. Будем сейчас сажать помидорчик карликовый. Вон люлька. Крутая нора. Надо заглубить, бестолочь. Помидоры можно заглублять. Водички было бы больше. Ладно, все, хватит. Фу, ну жарище. Фу, отдышка-то какая. Фу, ну жарище. Ну что, яблоня вот. Радует. Цветет. Но опять промышляет, цветает. Надо подпорку какую-нибудь поставить. Интересно, много будет урожая. Цвет. Нахрена цвета. Что за лаги-то? А, вкусняшка растет. Та липотенная. Ладно, ждем урожайчика. Сижу на поляне, увидел, что аккумулятор дохнет. Все, осталось только шашлык заснять. Шашлык.
Хера ж таки брал. Да. Арбак надо покупать. Вонючка. Че, сейчас шашлык будем жарить, как и обещал. Шом, сосиска, костер. Шашлык потом. Да, угли будут. Ну-ка, сидушка у меня фирменная. Бревно называется. Давай жарить. Природа. Лес. Прошлык. Пошлык. Готовы еще. Солнышко там. А тут комары. Шашлык маринуется быстро. Вот тут вакуум, крышка, открываем, нажимаем, закрываем, и все, через час шашлык готов, замаринован. О, первая партия, херак, все, жарь шашлык. Углей нет, зарядки нет. Ну, вот так. О, кайф. Лепота, лепотенная, комар летает. Нафига штатив брал? Да, уф. Да, уф. Еще лужи есть пожарные для тушения. Сам копал. Бух. Потому что тавраг. Бобородник совсем хорошо. Че у нас по шашлычку, по шашлычку. Шашлык томится. А, кайф. Блин, сосисик объелся, пить охота, воды мало. Никаких проблем. Дым туда-сюда гуляет. Как я буду переворачивать? Сниму. Вот такая приспособа. Говна и палок. И вот так чпок крутим, вертим, горит, сука. А мы вот так вот конем. Ой, он меня ветром.
Твоя дивизия. Блин, сегодня ветрено. Но прохладно, но ветрено. Так себе всю куртку прожгу, как в детстве. Ты что горишь? Да уж. Ну вот, изловчился. Один удалили. Шашлык, он готов. Да уже и палка не горит. О, шипение пошло. Да уж. Угольки готовы. Я имею в виду. У костра. О, опять дым. Вон, жир что ли сработал? А, нет. Зато комаров нет. Ой, ну и дыма я надышал сегодня. Ой, вот да и шо ж такое-то? Дрованные, небось, сырые. Ну да, сырые. Да ёшкин матрёшкин. О, готово. Ну, вкусно. Как бы так.